без единицы. Вот так надо его, вот так вот. Понятно? Я вам дам. Здорово. Нужно защищать себя, понятно? В следующий раз имейте совесть защитить себя. А то, гля, встал тут, рогатый. Так, бум его, бум, бум, вот так вот. Всё Коза усвоили. Тупо в ахуе. Чё, блядь, происходит? Ну? Кожаный мешок, ты чё, блядь, делаешь? Нати, покажите свою силу. Так, не дам тебя, ты злой. Ты злой. Ты злой, уйди отсюда. Дай я дам твоим детям, или кто там они там у тебя. Эй, писюльки, подходите, не бойтесь. Это как мы лам кормили. Когда я к ребятам в Ригу ездила. Не получилось. Козёл versus стримерша, это опять про лолоху. Я полгода жил в таких условиях, я тебе не завидую. Ты, наверное... Коням! Ой, здесь языка! 16 лет. Идем. Реальный пацан. Офигенно. Господи, кто-то еще смотрит «Сердца за любовь». Я, блять, в какой год попала? Это 2018-й? Учишься в классе? Чего, в девятом? А не рано ли? Охуенно. Нет. А зачем тебе постарше женщина? Тебе вот, кстати, видно, что чувак разбирается, ну, на хайпе, на хайповом шмоте. Видимо, кроссовки Balenciaga. Ебать, у меня тут жук нахуй какой-то! Ну, сука! У меня тут огромный, блядь, жук! Откуда ты нахуй упал? Я его боюсь! Я его нахуй боюсь! Саня! Я его боюсь трогать, может, он реально воняет. Бля, принесу пылесос. Вон он, видишь, по пакету ползет? Вот, вон. Он огромный. Хуёвые новости для тебя, это клоп. Фу, блядь! Неси огнемёт! Это клоп. Прось соседям. Сверху, который сверлят. Ну все, как бы, бля, разобрались в ситуации. Дали, какая я, бля, храбрая, а? Дали, как Изи разобралась с жуком. Вот так вот, ребята. А говорят, что девки жуков боятся. Минус клоп. Коля, я научу молодежному стилю. Вообще прям. На какому, например? Блять, мне теперь кажется, что они везде. Реально самый кринжовый уродец из всех возможных. Хайповый шмот. За выход не заплатил. А, окей, я не вас снимаю. Не надо снимать, ребята. Хорошо. Все, все, выключай, удали. Окей. Так.
Ладно. Блять, мне реально теперь кажется, что они везде, они на мне. Том, я ч... Чтоб так и... Сука! Выходи, блять, по одному! Открывай! Сука! Блять! Пошло все, ну нахуй, пожалуйста, блять! Объективно. Чувствуешь, какой запах? Но это не от него воняло, воняло с этой, с улицы. Слава Украине, да. Так, не понял, блядь. Не понял, это что за Аляша там, нахуй? Это что за нахуй Аляша? Так, ну-ка поясните. Сука, там... Там что-то шуршит. Ёбаный в рот. Плюс паранойя, нахуй. Так, ребята. Так, а ты уже врубился в эту игру, ребята. Плохо, да? Это очень плохо. Да, все так. Бля, на шане от маны. Ой, собака какая, смотрите. Какая собака. Мне кажется, пес недоволен жизнью. Привет, собакин. This is life. Я так рада. Ой. Вы видели? Ребята, я просто прыгала рандомно, у меня кольцо на палец, кольцо всевластия само наделось. Джем с Искани нашли так на вордкапе. Бля, ты дебил? Ты нахуя нокнулся, блядь? Бля, Вадим, сука, мне кажется, я слышу еще 50 клопов! Там есть, блядь, дебил. Да, ну близко никого. Кто дебил? Ну вот они пушат, блядь. Никто не пушит. Блядь, у меня опять ебано это залипание, нахуй! Посмотри на каску Эвилона, он прикинь, мне орёт сидит. А тебе бабушка не жалко? Нет, ну блин, да я ее один раз ударила. Это было случайно, когда я была маленькая. Ты в детстве пацанкой была? Бабушка, я в детстве пацанкой была? Конечно. Да в смысле? Я была ледя. Что я такого пацанячего делала? В школе отлупила какого-то мальчика. Я пошла поругаться. Я не рада, что я пошла в школу. Ко мне сошлись все мамы мальчиков, и все обижались на нее, что она и того била, и того била, и того била. Я тогда молча повернулась и пошла, думаю, это че доброго еще меня попадает. Я бы тоже хотела провести стрим с бабушкой, но у меня их нет. Твой шанс кинуть писюн директ, если этого не сделаешь ты, то сделаю я. Тогда на Игромире можете ко мне даже не подходить. Со своими писюнами. А что это за... Отличный стоп-кадр. А что это за хартрейт монитор? Типа, как это работает? Попрошайка, да? Ой, дай, говорит, дай, хочу есть. А ты что вылез? Дай. Да ты такой наглый просто, капец. Он и за сиську лапнул? Он забрал у меня стаканчик. Лох! Извините, а вы не знаете, что произошло? Не, я только что увидел. Только что увидел? Ладно, хорошо, няу. Вот что в этом моменте? Что здесь прикольного? Что здесь интересного? Интересно. Ее разбили, что ли? Нет! Как думаете, что случилось? Быстрей! Это машина, что ли? Блять, бледун душегуб.
Куда идти-то? Ебать, блядь, ты блин, душегуб, блядь. Гушедуб. Мы предлагаем вам работу сборщика автозапчастей. Ваша задача состоит в том, чтобы брать необходимые детали из... Я тебе сейчас как дам? Хочу тебе отсосать. Спасибо, Вика. Ого, работа на заводе как тебя преображает. Нихера себе, я хочу теперь всегда работать на заводе. Ого, Вика, а расскажи, а где с тобой можно поиграть в самп? А что смешного было? Блять, объясните, я не понимаю в Наруто. Мечтает. Куда? Бабушка упала, походу. Что? Напиши мне, пожалуйста. Что нахер? Мне одни выдумали, что тебе... Мне кажется, у меня глаза косят. Бля, какая красивая. Кто такая красивая? Косят? Мне кажется, у меня глаза косят. Помоги, пожалуйста. Можешь мне ёбнуть по голове, чтобы не косили? Да, бабушку. Мне кажется, потому что меня в детстве ёбнули по голове, не косят. Пожалуйста, ударь меня по голове. Ну, ёбни меня. Отпизни меня, как суку. Да поверь, многие об этом мечтают. Я была, не я. А мене важите, важите, не переважите. Репотика, сили вагу. Так не бывает, круто. Вот нахуй! Я заберу все деньги у тебя. А разве это законно вообще? Нахуй, обанкротил. Разве можно в казино играть на Твиче? Отдай мне деньги. Все деньги отдам. Я все деньги заберу, блядь. Ясно, бан, репорт. Все деньги заберу. Я уеду с этого общежития, блядь. Я уеду с этого общежития. Я не буду здесь жить, блядь. Я не буду здесь жить в этом всю жизнь. Сим полицейская, которая. А, так я думаю. Ну я надеюсь, там все будет. Это вы все на нее подписались, а я пока еще нет. Ну и зачем вот он это сделал? Видите, все-таки есть долбоебы какие-то агрессивные. Вот как этот. Стояла бутылка, пошел ее хуянул. Зачем? Ось выплеснул. Может, его баба бросила? Может, у него баба стримершей стала? Так. Читал, Антош, спасибо за соточку. Взять твою руку и сердце, чтобы ты ощутил жар в моем перце. Нежно губами охватил мою головку, языком круги нарезал ловко. Я откинусь назад, словно уколотый Герычем. Осуждаю, а ты будешь сражаться с моим хуем, словно со змей-горы. Нормально? Спасибо за испорченный аппетит. Спасибо, блядь. Спасибо! Простите. Ура, в жопу! Наконец-то в жопу! Что может быть лучше? Мне кажется, но я... Но Елви из стримерш мне больше всего нравится. Бля, это в доте, это у меня алерт. Вот это да! Вот это я люблю, ребят! Подождите, подождите, подождите. А ты будешь? А что это за круг почёта был? Какой большой язык-то у тебя! Отъебись от меня, дай еды и отъебись! Ой, какой большой! Ты такой... Вот так тебе на! Блять, хуйня идея! Ой, хуйня идея. Кайфово. Нихуя не понимаю. Привет, передай бабушке. Тебе привет. А кто это там? Люцифер.
Ой, боже, нечистая сила. Это никнейм такой, бабушка. А? Это ник такой, имя, это не его имя, это он так придумал себе. Ну и зачем вспоминать нечистую силу везде? Земля полна. Ля, приколы над пожилыми всегда смешны. Малют и полет смешно. Я считаю спички под твоим окном. Хотел бы постучать, но ты так далеко. 100 000 километров между нами, ау. Крепко давит на мозги, ау. Я кричу тебе, хотя ты рядом, да, ай. Мне лекарство от тоски, ты знаешь, я не наркоман. Да чё ты мне не веришь, зай, я, о. Соль по венам красит дым, я. Каким бледным пару водни. Ох, это юбочка. Паспорт взял? Паспорт возьми. Угу. Давай. Джим поехал к бабушке, у меня там что-то случилось. Руку, походу, сломала. Ты заебал все понимать, нахуй. Заебал все понимать? Час назад под...